Саламатсыздар ба? Мен атым Замир Улубек Султан, 21 жаштамын. Бүбісара Бешнелегі атындағы Қырғыз мамлекеттік маданият жана искусство университетін 4-ші курсын аяқтап 5-шіге өттім. Ырдағанды аябай жақсы көрем. Кичинекей кезімден бері ырдап. Андан сыртқары фортепиано жана гитарада ойнайм. Асманға қатышқаныма қуаныштамын. Чығармачылығым бойынша профессионалдуу ырчылардын жана жалпы элдин ойын уккум келген. Ошондуктан ушул долбоорго катышайын деп чечтим. Өзүмдү 100% көрсөткөнгө аракет кылам. Чоң рахмат. Здравствуйте. Меня зовут Замир Улубек Султан. Мне 21. Здравствуйте. Очень приятно, Султан. Взаимно. Бек Султан. Расскажите немножко о себе, пожалуйста. Я студент 5 курса университета искусств. Одна из причин, по которой я на этом проекте, это, к сожалению, преподаватели видят меня в качестве инструменталиста, но я считаю, я с ног до головы вокалист, и поэтому может получится переубедить их. А на каком инструменте вы играете? На гитаре. Это тоже круто, мне кажется. Ну, сейчас послушаем, как вы владеете вокалом. Я надеюсь, тоже на хорошем уровне. Я тоже. Удачи вам. Спасибо. Поехали. You'll live a thousand times. Sometimes I see you pass outside my door. Hello, I've just got to let you know. Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Спасибо, Бек Султан. Я вам скажу так, что я не знаю, как вы играете на инструменте, хорошо или плохо, но я соглашусь с вашими учителями в том плане, что вы не вокалист с ног до головы. Вам до вокалиста нужно очень много работать. Мой ответ — нет. Биринчи жолу келип атам бул жакта, чын айтсам. Вот я послушал. Мне кажется, у тебя есть потенциал. Действительно. Ты хорошо поешь, но мне кажется, тебе техники не хватает. Чуть-чуть больше практики не хватает. Я хочу сказать да. Спасибо. Бек Султан. Вокалдық жағынан, чын айтсам, аябай деле озды ачырарлық деле болған жоқ. Андан шығар артистизмдағы кішіне жетпей қалды. Мен да ошо көнчө ошо жок деп атам да. Эми инструмент ойногонун бул эң жакшы нерсе, кубандырарлык, бирок ырдаш үчүн да көбүрөөк билим алыш керек экен жана тажрыйба алыш керек экен. Ошон үчүн мен бүгүн тилекке каршы жок дейм. Рахмат. Бек Султан, бүгүн ойлодум элем ушул эң башында жанакы мугалимдериме мен көргөзөм, мен ушул ырдагым келет, ырчымын деп айтканда ойлодум элем азыр. Тем более Лайнел Ричинин Hello деген ырын тандап турсаң, аябай жан дүйнөңө жеткирип турган ырды, муну башкача ырдаш керек болчу. Сен таптакыр башка манерде ырдап салдың бул ырды. Ошон үчүн ушул чыккан выступлениең боюнча азыр жеке эле ошол бир ойлоруз кетип атат.
мен дагы көбүрөөк жокко жок тарабына бир ойлонуп атам. Тилекке каршы балким ошол бир аз тажрыйбаң жетпей аткандай. Ошол. Кечирип кой. Спасибо большое. Все еще впереди. Обязательно. Попрактикуйся. Потом на следующий, может быть, сезон встретимся. Приветствую, пойдем поближе. Расскажи о своих впечатлениях. Согласен ли ты с мнением жюри? Ну, оправдываться я не буду. А, значит, не дотянул. Постарался выложиться на полную, но, видимо, выложился. Видимо, у меня это не получилось. Что поделать? Плохой опыт тоже опыт. Оптимизм. А как насчет того, что ты сказал, я с ног до головы вокалист, но не инструменталист? Я люблю петь, я всегда любил петь. Я выбрал свою дорогу, такой поезд, который встал на рельсы. Вот, когда, поэтому, когда мне в универе сказали, что я как инструменталист более перспективный, я с этим не был согласен. Мне кажется, что я все-таки вокалист. И после проекта ты до сих пор считаешь, что ты вокалист, да? Когда поезда с рельс съезжают, ничего хорошего не случается. Поэтому я останусь на рельсах, буду работать над собой. Ну, мне нравится твой позитивный настрой, несмотря на то, что ты получил 3 «нет». Это не говорит о том, что все закончилось. Мы тебе желаем удачи в дальнейшем в твоих начинаниях. И мы ждем тебя в следующем сезоне. Спасибо тебе за участие. Не расстраивайся.